есть. Источники вдохновения остаются неизменными. Как обычно, отправной точкой стали цвета и принты. В этом сезоне вы увидите кое-что совершенно неожиданное для бренда. Я представлю вашему вниманию всевозможные вариации на тему пейсли. И крупные узоры, и мелкие, и выполненные в технике интарси. В общем, пейсли – ключевая тема новой коллекции. Еще одна новинка сезона – избыточный, эксцентричный декор. На этот раз я смело обращаюсь к роскоши и блеску. Вы увидите вышивку, выполненную из пайеток, кристаллы с особой формой шлифовки, ботинки и платья, декорированные пайетками. Больше всего мне, конечно, нравятся яркие образы, которые вы увидите в начале показа. Платье всевозможных цветов с драпировкой и бахромой, шляпы с бахромой, джерси со стразами, кейпы с узором пейсли. Путешествие – неотъемлемая часть ДНК Эмилио Пуччи, поэтому в коллекции есть тележки на колесиках, чемоданы и коробки для шляп. Веселое и приятное времяпрепровождение, свобода – вот философия Эмилио Пуччи. Привет, меня зовут Лия Родл, и мы находимся за кулисами показа Эмилио Пуччи. На мне необычно скроенное платье, ткань блестящая, переливающаяся, на ощупь мягкая, как шелк. Невероятный образ. Только посмотрите на мои ресницы, по-моему, потрясающие. Таких длинных ресниц у меня никогда не было. Чувствую себя как героиня какой-нибудь сказки. Я выйду на подиум в ярком асимметричном платье с одним длинным рукавом. Дизайнер сочетает разные цвета – зеленый, розовый, фиолетовый. Подол наполовину черный, а туфли с бахромой – розовые. Новая коллекция Эмилио Пуччи мне очень нравится. Дизайнер создал нечто уникальное. Никогда еще не видела, чтобы зимние образы были такими яркими. По-моему, мех оранжевого и зеленого цвета выглядит бесподобно. Я выйду на подиум в длинном платье с широким подолом. Ткань очень красивая, дизайнер воссоздал окрас зебры, но использовал черный и оранжевый. На ногтях тот же рисунок. Увидев образы из новой коллекции, так и хочется танцевать. Это идеальные наряды для дискотеки. На мне объемный кейп с принтом пейсли, вот как его носят. Образ дополнят стильные солнцезащитные очки. Привет, меня зовут Лорена Мараски, мы находимся за кулисами показа Эмилио Пуччи. На мне потрясающее объемное пальто и брюки из ткани с таким же принтом. Как видите, низ брюк декорирован длинной бахромой. Обувь великолепная. Образ превосходный. Обожаю объемное пальто. И удобно, и красиво. Прекрасное сочетание. Особая работа с палитрой и принтами, жизнерадостный стиль – вот за что мы любим бренд. Коллекции Эмилио Пуччи уникальны. Из сезона в сезон мы видим яркие цвета и особый творческий подход.
Я восхищаюсь талантом Массимо Джорджетти. Его творения для Пуччи и MSGM великолепны. Любим Эмилио Пуччи за палитру, принты, непринужденный стиль, сочетание спортивной эстетики и гламура. Героиня коллекции Эмилио Пуччи любит аристократичный, классический стиль, но эксперименты она любит не меньше. Восхищаюсь талантом Массимо Джорджетти. Сильнее всего впечатлил архитектурный крой и то, как красиво выглядит шерсть и другие тяжелые ткани в сочетании со знаковыми для Пуччи принтами. Мы словно перенеслись в какой-нибудь старый французский фильм. Принты великолепны.